Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, и сегодня мы идем по следам недавнего обзора. Я совершенно случайно в обзоре вот на пироги, которые были в это или в прошлое воскресенье, не помню, там были морсы и компоты в доставке, и я что-то в проброс кинул фразу, а не сделать ли вам рецепт морса и компота, которые я умею делать. Я признаюсь, что я действительно довольно часто делаю дома морсы и компоты, потому что мы соки не пьем дома, блин, ну... Вот эта вот покупная кислятина, восстановленный сок, я это не люблю, серьезно. Мы крайне редко покупаем пакетированные соки, у меня всегда в заморозке есть ягоды, из которых я варю морсы, компоты и так далее. Снять по морсам и по компотам, чтобы вот в одном ролике было. Напишите в комментах, стоит такой ролик снять, интересно вам или нет. И огромное количество людей написали, что да, надо делать, снимать этот ролик, давай, делай, мы ждем и прочее. Я удивлен. Я удивлен, что вам это интересно, и поэтому, раз вам интересно, делаем сегодня морсы и компот. Жду ролик про компот и морс, пишет Константин Попелышко. И по мне так одинаково готовится и на вкус тоже. Вот это ключевой комментарий, который мы будем как раз развеивать. Это абсолютно два разных продукта, хотя они жидкие, их можно пить, и они оба вкусные. Но готовятся они по-разному, и по вкусу они разные, и по пользе они разные, и так далее, и так далее. В общем, смотрите, у меня здесь две чашки с ягодами. В этой плошке у меня 300 граммов ягод. Из нее мы будем варить компот. Тут принципиально, чтобы ягоды были целые, они будут именно вариться. Компот — это вареный напиток, поэтому целые ягоды разные, всякие разные. Какие хотите, какие есть. В этой чашке у меня клюква тоже где-то 300-350 граммов. Давайте, в общем, погнали. Первое, что нам надо сделать, это закипятить воду. Сколько воды кипятить? Я всегда следую из правила литр на 100 граммов. То есть 100 граммов ягод, будь то морс или компот, литр воды. Это нормально. То же самое с сахаром. Но тут все по вкусу, конечно. Я в основном беру где-то 80-100 граммов на литр воды. Вы можете взять поменьше, если не любите сладкие напитки. Можете взять побольше, если любите более сладкие. 80-100 граммов – это более-менее оптимально. Опять-таки, зависит от сладости ягод. Например, в компоте довольно сладкие ягоды. То есть тут клубника, тут слива. В них много своего сахара. Можно добавить чуть меньше. Клюква же, она кисленькая. Соответственно, в клюкву как раз можно добавить вот эту вот норму, которую я добавляю. Либо больше. Но сахар вы можете всегда добавить уже после приготовления, если вам не сладко, добавить еще. Все, ребята, кипятим по 3 литра воды для каждого напитка и добавляем где-то 250-300 граммов на эти 3 литра воды. Размешиваю до растворения. И теперь смело. Это компот, тут вообще не надо никаких церемоний. Просто закидываем ягоды и доводим до кипения. После того, как компот закипел, нам достаточно минут 5, 6, 7, может быть, поварить. И все, компот готов, его можно оставить остывать. И, в общем-то, все, компот у нас готов. Его остужаем прямо с ягодами, вместе с ягодами. И только после остывания я разливаю по бутылкам, ну и, соответственно, параллельно процеживаю от ягод. Все. Компотик. А вот с морсом чуть, конечно, посложней. В этом как раз и есть отличие компота от морса. То есть компот – это вываренные ягоды. Его действительно надо варить, чтобы весь сок, весь вкус и аромат ягод ушел в воду. С морсом немножко по-другому. Смотрите, в чем фишка. Морс, он полезный, друзья мои. И он полезный именно потому, что мы здесь не вывариваем сок, используем свежий сок. От ягод, это может быть клюква, брусника, смородина, красная, черная. Какие угодно ягоды, в которых содержится сок. В общем, первое, что мы делаем для морса, это выдавливаем сок из ягод. Но жмых, который останется, не выбрасываем. Вот этот жмых, который остается от ягод, то есть сок внизу, вы видите, да? Довольно немного сока получается, это как факт. Тем не менее, он полезный. Вот этот жмых мы не выбрасываем. Его пока в сторону и давим оставшиеся ягоды. Для емкости с морсом тоже добавляем сахар. Тоже помешаем для растворения. И сюда можем отправлять уже жмых, который мы отжали от первой порции. Вот его мы как раз поварим, но у нас там свежий сок, не забывайте. Я домял всю клюкву, которая у меня была в планах. Опять-таки жмых сейчас отправим куда надо.
И у нас получился сок. Вот с этим соком пока ничего не делаем. Отправляем вываривать жмых. Все, поварим тоже минут 5, наверное. После того, как проварили жмых, надо процедить. Так, и теперь аккуратно горячая вода. И у меня не очень ловкая кастрюля, она, в общем, брызгается. Короче, процеживаем. Вот о чем я и говорил. То есть часть жидкости у меня проливается мимо. Вот так вот. Итого, у меня здесь парит куча жидкости, и когда они остынут, они станут действительно вкусными. Но, смотрите, в чем основная фишка морса? Чтобы не убить вот этот сок, прекрасный полезный сок с кучей витаминов, действительно очень классный. Его добавлять надо в остывшую воду, то есть сейчас она горячая, ей надо дать остыть, ну хотя бы градусов до 50, чтобы вы могли вот так вот легко трогать, и тогда уже добавить сок. Сейчас добавлять нет смысла, он будет все равно вкусный, но как бы полезность морса, она немножко уйдет. Поэтому я жду, когда остынет у меня морсец, и только тогда добавлю сок. К этому моменту остынет и компот. И можно будет все попробовать. Ребят, все просто. Вот морс и компот. Теория и практика. И вот смотрите, у нас подостыл морс, мы добавили сок. И что? Правильно, морс готов к употреблению. Я вот таким вот образом разливаю по бутылочкам. Бутылки любые из-под молока какую-нибудь берите, очень удобно. Компотики я тоже перед разливанием процежу, чтобы избавиться от ягод. Морс и компот. Идеологически похожие, но такие разные. Давайте попробуем, а? Компот. Морс. Круто. И то, и другое круто. Компот свой вкус. Классный, насыщенный, вываренный, теплый, такой какой-то домашний. И яркий-яркий морс, свяжущий. Ну, все как должно быть, понимаешь? Дальше уже, друзья мои, как хотите. Вот смотрите, если вы такие водохлебы из себя, что пьете просто тонны, и вам, в принципе, вкус не важен, вы можете пить воду, это во-первых. А во-вторых, например, пропорции в два раза менять. Больше воды взять, там, не 3 литра воды, взять 4,5 литра воды, морсец все равно получится вкусный. Равно как и компот. Сахар поменьше, побольше, уже балансируйте сами. Можете сразу не добавлять, как я. Можете сначала приготовить напитки и уже потом в готовый напиток вмешать сахар, пробуя, как вам вкусно. Друзья мои, морсы и компоты. Как вы просили, пожалуйста. Все готово. Всего вам вкусного. Пока. Морсец душевный. Я, кстати, перепутал ягоды. Я вот сюда вот для картинки добавил клюкву, а это компот. Понял? Компот более насыщенный по цвету, такой более красный. Потому что там черная смородина была. Очень вкусно. Класс. Все, мы это сделали. Компотики теперь люди знают, как варить.